Всем приветик, друзья. Отправляемся на Надеинские камни, Тарбогатайский район. 3 июля сегодня. Ёпаргас, ничего себе. Понял, да? Травкой Саган-Дали. Как? Саган-Дали пахнет. Пахнет, да. Её всельму. Чё, поедем, вон туда заедем. Наверх? Ну, есть наверх. Чуть-чуть, вот так. Там походим, потом сюда спустимся, здесь походим. Надо пожрать. А? Поесть надо. Дождь пошел. Ёкаргас. Приехали. Тарбогатайский район, Надеинские камни. Видео и в 4К обычно, и 360. Да. Играет камера, непонятно. Вон какой панорам. А? Шишки крутятся под ногами. Ну а ты и тут шишки, и камушки мелкие. Сюда иди, засунь. Здесь нормально. Ой. Вот как будто из кирпича кладка сложена. Вот. Как будто посередине кирпичик кто-то проложил. Понял? Ой. Только сейчас я еще смотрю. Здесь это. А давай пройдем, потом я пройду, машину заведу, ты там ждать будешь. Внизу, понял? Угу. Вот здесь камни, смотри, аккуратно. Они под ногами. Вон машина будет. Боится переезжать. Вот где мы переезжаем. Блин, у нас было кроссовки. А? А было кроссовки. Вот я в кроссовках еле-еле. Они тебе с кроссовки надо было те. Я вот. Тебе хоть дать бы те. Камни не были. Не залет... а? Камни бы не залетали под подошву. Лабутки. Машина стала, а это примус машины. Так ты. Сейчас подожди меня здесь. Дай-ка камеру. Иди сюда, иди. Стоп. Все, стой здесь. Не ходи. О, переехал, он высадил. Переехал, там у него все сидят. Вот такие круче. Ё-моё. На дроне ты летаешь, а оно это. Легко и просто. А ножками когда. Так, ты что, вот так спускайся потихоньку. Здесь вот кто-то как на лыжах, что-то хочу. А было у тебя вторую палку взять? На, палку себе. Так, а ты как? Я так, я пройду. Да, держи. Скачешься. Я скачу. Тебя же полно палок. Я не думал. Ну тут, конечно. Ой-ой-ой. Шабно. Давай, 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 потихоньку иди. Умный в гору.
полный башмак. Что? Да полная сандалия этих камней. Ну вытряхнешь потом. Сейчас давай. Здесь кругом они камни. Все, идемте сюда, пройдем. Пятку впился. Смотри-ка, что они тут нарыли. Ой. А вы не знаете, как это место называется? Павловские. Гора Павлова. Гора Павлова. Надеинские камни. Надеинские. Не, написано в этих гора Павлова. Ну. А вы вот так через сюда ходили? Мы вот здесь вообще вот вышли и вон там обошли. С той стороны там такая скала, как обезьяна. Ой. Вообще. Там прямо и у нее вот так рука интересна, прямо вот, ну и в глазах как будто бы эти гнезда птицы, потому что вы. Это с той стороны да, идти? Да, да, ага. Вот там. Это сейчас как бы вот так раз да, и так пойдем. И пещера там есть большая, мы заходили. Туда прямо? Прямо вообще глубокая. Пещеру. Ну мы, все, ты постой здесь, я сейчас туда зайду. Так зайдем. Ну давай заходи здесь. Здесь как бы перевал, проход. Ну вон они, действительно, дырки какие-то вот так. Но я, конечно, туда не полезу. Но это вот уже на ту сторону, понял? Вот здесь. Ага. На-ка, подержи, я сейчас вон ту корягу сфотографирую. Ну сюда я не залезу. На скалу? Подал. Ну и стекла, конечно, куда без них. Давай, пошли. Ну пошли, обойдем там докуда-то. Ну тут, конечно, нифига себе. Тут вот какие-то дырки тут. Птички. Гнезда. Проколупали. Клювали. Ну сколько тут сотен тысяч лет лежит? Миллион. Иди, иди. Ты вот здесь не ходи. Потому что там скользко будет, а здесь нормально. Я сейчас здесь поснимаю. Ой! Ой. Прям кто-то вот так наверху долбил. Да никто, а так. Так оно было, и он промежду опять кирпичи как будто бы вложены. Здесь, конечно. Конечно. Не-не, не ходи. Он там спускается. Надо. Комары. Ух ты, задел. Идем. Идем. Надо обезьяну.
Сидел. Сидел. Господи. На полсту переодеться, если что. Там одна лежит, но есть. Такие каменюки. Сюда. Ты чё? Чё? Постой здесь, я пойду машину сюда пригоню, вот тут поставлю. Я здесь все. Ну пригони. А? Ну пригони. Душновато. Ну-ка, подержи секунду. Я тебя здесь сфотографирую. Здесь туда, вот так вот, вниз прям. Вся штука. Перевал. Ну здесь, метров 50-60. Бери палку, палка иди. Здесь шишки. Здесь, прям за мной. Одевайся, это легче. Где обезьяны? Там уж внизу. Нет, там уже лес. Все уже. Лежи-ка, я сфотаю. Я не знаю, где обезьяны. Что, идем? Нет? Или здесь? Идем куда? Ну вниз. Вниз и еще вокруг обойдем и все. Ну здесь тропа есть, все. Идем. Идем, идем, за мной только иди. Здесь это. Как мне? Иголки лежат. А где обезьяна? Пещера? Не знаю я, не вижу. И пещеру я тоже не вижу. Прошли, значит. Идешь? А здесь не скользко, не как-то. Здесь круто, но не скользко. Здесь гравия нет. Здесь шишки, ой, эти. Иголки. Иголки. Крутой? Да, вот там, вот здесь круто чуть-чуть. Опирайся.
скользкие ботинки. Сильнее упирайся. Иди, иди сюда, сюда, сюда. Давай, давай, давай. Вот здесь, около деревьев проходи. Здесь вроде сейчас получше там молить. О, здесь. Ох ты, надо, ну надо же, вот как среди поля. А где остальное это как бы? Под землей. Где? Под землей. А это все остальное, вот. Вокруг. Сюда, сюда, здесь чуть-чуть, ну нормально здесь проход все. В сандалях лазить по, по горам в сандалях лазить, это гибелизм. Ну, еще, ну ладно, один раз пролазил. Я забыл про кроссовки, просто выпустил. Я не думал, что совсем. Мы по... Вот здесь вот. Все. Все, выйдем на улицу. А? Сюда, иди. Упирайся сильнее. Палкой, упирайся. Ой. Давай, давай, давай. Давай, сейчас я тебе поймаю. Палка, палка, держись. У тебя же палка. Да держусь. Давай руку. Палку давай мне. Нормально. Нет, не давай. Упирайся. Так. Давай. В белых штанах, сандалях. Ну а что тебе штаны сейчас отрепьешь? Здесь все чисто. Однозначно. Ладно, я молчу. А он там как будто выветрило. Я как вроде... будто ветер на езду. Вниз спускайся. Сюда. Сюда, сюда. Палку упирай. Здесь. Здесь. Как говорится, коровка тоже есть. Понял? Все, идем мы здесь. Все, нормально. Скоро ровная это будет. А? Ровная поверхность. Скоро начнется. Ну она в принципе здесь. Уже не такое было. Метров 50 осталось. И вообще на улицу выйдет. Я шишки смотрю под ногами. Вот здесь, проходи, проходи. Стоять. Упирайся сильнее палкой. Тут шишек кто-то навалил. Все, уже вышли, вон дорога. Обезьяны только не нашли. А может нашли, не поняли. Ну они вот, он как бы не плотный камень. Он как бы грязь какая-то, и вот с этой штукой смешана. Вот этими камушками мелкими, понял? Идем по траве. Вон же мама. Упирайся, упирайся. Ну, если после обеда бы поехали. Камера-то что, пусть идет? Пусть идет уж. Я ее протираю.
Вот, друзья, такая гора Павлова. Дождливый июльский день. Ладно, всем спасибо. Ой, да он не дождливый.